Всем привет, дорогие друзья из волшебной, солнечной, прекрасной Алании. Сегодня мы находимся в самом центре Алании на пятничном рынке и идем с вами в магазин Элчуолу. Этот магазин находится в самом центре, и в этом магазине продается качественная мужская, женская и детская одежда. Многие из вас уже знают этот магазин, многие здесь были, поэтому обязательно пишите в комментариях ваши впечатления. Ну а сегодня мы сделаем обзор нового сезона. Самое главное, друзья, не забывайте о том, что все контакты этого магазина, а самое главное карта, точная карта места расположения этого магазина находится в описании к этому видео. Вы сможете его найти очень просто по карте. Если вы приезжаете, например, в центр Алании на автобусную остановку, которая находится на пятничном рынке, то, обойдя вот эти вот все здания, вы попадаете прямо в магазин Элчуолу. И смотрите, здесь написано «Аутлет, базар и текстиль». Большая-большая вывеска. Если вы приезжаете на центральную улицу Алании, на бульвар Ататюрка, он находится по прямой в той стороне, то вы доходите до магазина «Шок», и прямо напротив магазина «Шок», напротив стоянки такси, находится также этот магазин. Опять же, все контакты в описании к этому видео. Обязательно звоните, пишите. Ну и, конечно же, смотрите на карту. Если у вас возникнут какие-то вопросы, узнавайте все по WhatsApp в описании к этому видео. Добро пожаловать в наш магазин Элчуолу. Меня зовут Полина. Сейчас я вам расскажу и покажу ассортимент нашего товара, то, что у нас есть в нашем магазине. То есть у нас есть детский отдел, есть женский отдел, мужской отдел, домашний текстиль. У нас очень хороший товар, очень хорошее качество, низкие цены. И даже присутствует распродажа, как бывает это в Турции. На верхнем этаже расположен мужской отдел. Здесь огромное количество мужской одежды от самых маленьких до очень больших размеров. Вы здесь можете найти и летнюю одежду, такую как футболки, шорты, летние брюки. Ну и, конечно же, зимние куртки, пуховики, спортивные теплые костюмы, джинсы и многое-многое другое. Сейчас мы находимся в мужском отделе. Здесь самый огромный, конечно, в нашем магазине это мужской отдел. Да, здесь присутствует такое количество товара, как говорится, на каждый кошелек. Здесь у нас свитера на распродажу, да, все по 10 евро, то есть вот такие трикотажные свитерочки, все по 10 евро, модель 100% хлопок, толстовочки у нас тоже 100% хлопок, зимние, с начесом, очень хорошие, толстовки начинаются от 15 евро и выше, то есть вот это, например, да, вот эта толстовка будет 25 евро. 100% хлопочек, но уже без начеса. То есть вот такие осенне-весенние, да, 100% хлопок. Такие начинаются от 25 евро и выше. Даже, нет, от 20 евро и выше. Ассортимента очень много, расцветок тоже очень много. Размеры у нас здесь мужские, именно вот этих и тех, которые с капюшоном, до 3 иксов. Но есть у нас товар и для мужчин в теле. Это будут у нас тоже толстовочки, начиная от 3 иксов до 9 иксов. Поэтому даже для мужчин мы найдем. То есть вот такие. И такие толстовочки тоже с начесом 100% хлопок от 30 евро начинается. От 3 иксов до 9. Здесь это спортивные костюмы, штаны и кофта. Есть зимние, есть летние-весенние, от 60 евро и выше. Футболки тоже у нас начинаются мужские. Здесь это просто отдел баталы, да, от 3 иксов и до 9 иксов. Футболки от 15 евро и выше, большие размеры. Обычные размеры, то есть S, M, L и тому подобное, начинаются от 15 евро и выше. Все 100% хлопок. Есть полуворотничок, есть обычная классика, есть надписи, есть без. То есть на каждый вкус и цвет все можно подобрать. Новые завозы рубашек классических приехало, да. Опять же, очень хорошие лекала, есть 100% хлопок. В основном 100% хлопок. Модели очень красивые. Рубашечки начинаются от 25 евро. Ну, вот это конкретно 35.
Здесь самый большой ассортимент мужских джинсов. Тоже размеры начинаются от 29, от 30 и до батала. Размеры уже можно подобрать на все. Опять же, джинсы начинаются здесь от 40 евро и выше. Моделей очень много, все стричевые. Есть, конечно, немного, но есть прям хлопковые, да, которые не тянутся. А так, в основном, все джинсы будут тянуться. И есть брючные, просто отдельно брючные штаны, брюки. Есть ассортимент у нас классических шортов. Есть джинсовые, есть 100% хлопок. Расцветок моделей очень много. Есть с карманами сбоку, есть без. Вот здесь у нас толстовочки. Тоже есть классические, без всяких. Есть, я вот впереди показывала с начесом, а вот эти уже идут легкие, осенние, можно сказать, да, вот без начеса, без ничего, то есть тоже цветов, моделей очень много. Здесь у нас по отдельности есть спортивные штаны. Начинается с эсок и заканчивая, наверное, 6 иксов, если баталы, да. Но не все модели. Сразу предупреждаю, что не все модели будут баталы. Есть определенный товар, который вот даже на фабриках нет. Поэтому есть модели 6 иксов, а есть модели, которые только идут до 3 иксов. Очень много приехало ветровочек мужских. Есть, которые текстильные, есть прям вот, которые на дождик, да, дождевики тоже. Такие вот модели от 55 евро. Здесь у нас спортивные костюмы. Вот тоже, опять же, повторюсь, да, и вот остались модели, которые там несколько размеров, да, S, M, теплые костюмы, они будут по 20 евро. На втором этаже этого магазина расположен женский отдел. Здесь также представлено большое количество как летней одежды, так и зимней одежды, пальто, пуховики, куртки, конечно же, осенние плащи. Ну и, конечно же, большое количество футболок, платьев на все вкусы, от самых маленьких до очень больших размеров. В нашем женском отделе очень большой ассортимент. Есть футболочки. Начинающая цена у нас от 6 долларов. И выше. Все футболки у нас 100% хлопок. Также у нас присутствуют свитерочки. Есть теплые, зимние, летние, как можно сказать, да, на такую погоду, как на дождь. Да. Свитера у нас начинаются от 10 евро и выше. Тоже все 100% хлопок есть. У нас и кашемир, и шерсть 100%. Есть у нас футболочки большого размера. Тоже до 8 иксов. Начинающая цена у них от 15 евро. Также присутствует новый завоз у нас товара новых футболок. Самые последние модели тоже. Начинающая цена у нас от 20 евро. Качество здесь 100% хлопок. Также у нас поступили новый завоз жилетки. Жилетки без рукавочки, с оригинальным, с натуральным мехом, с оригинальным и натуральным наполнителем, холофайбер, кружевной, который вот не сбивается, что даже уже не надо ни химчистки, ничего. Натуральный кашемир, пальто с натуральным мехом, расцветок очень много, лекала очень классные, садятся прям очень-очень красиво. Модели все супер, что длинные, что укороченные, что оверсайз, что slim fit, что теплые, что осенне-весенние есть, прям вот на минус 40 тоже присутствуют такие курточки. И у всех есть натуральный мех. Есть, конечно, и не натуральный, но самый главный плюс, как я думаю, как от всех слышу, что вот в таких курток отстегивается мех. Цены на куртки у нас весенние-осенние у нас от 50 евро, а зимние уже начинаются от 80 и выше на дождливую погоду. Есть длинные, есть короткие, есть, опять же повторюсь, оверсайз, есть слимфиты, то есть ну, на каждую фигуру можно все подобрать. Вот такие куртки начинаются от 140 евро и выше. Вообще мужские курточки начинаются от 80 евро.
и выше зимние. Здесь тоже натуральный мех во всех моделей. Тоже будут отстегиваться. Если даже есть, которая модель, например, понравилась клиенту, да, и мех мог, ну, не, вот как, например, вот это не отстегивается. У нас есть свой портной, который бесплатно его отошьет, сделает молнию, если этого клиенту понадобится. Спортивные женские костюмы. Тоже количество и выбора очень много. Костюмы начинаются у нас от 20 евро и выше. Размеры будут, например, вот здесь все модели у нас до 3 иксов. И есть костюмы от 3 и выше, до 5-6 иксов. Костюмы тройки. Такие костюмы у нас начинаются от 130 евро. Но здесь сюда входит и пиджак, и штаны, и жилеточка. Все можно подобрать. Размеры лекала, опять же, если длина или что-то не подходит, это у нас опять же свой портной, который все бесплатно вам сделает, подосчет, подберет под вашу фигуру. Поэтому с этим проблем у нас никогда не было и не будет. Здесь пиджачки мужские, осенние, да, тоже модели slim fit, кто предпочитает slim fit носить, особенно в основном молодежь. Расцветок моделей очень-очень много. Джинсовые костюмы, комбинезоны для тех, кто предпочитает джинсы. Есть удлиненные джинсовые куртки, джинсовые шорты, джинсовые юбки. Куртки вот такие от 45 евро, шорты от 15 евро. Поэтому тоже вот такие комбинезончики есть. Есть и с шортами, как вот здесь, есть и с юбочкой. Здесь у нас находятся спортивные штаны и кофточки, вот те, кто занимается в спортзалах. Здесь мы можем отдельно подобрать и шорты, можно подобрать и топик, можно с длинным рукавом, с коротким. Можно по отдельности. Ассортимента очень много, расцветок тоже очень много. Такие вот начинаются от 10 евро и выше. Джинсы тоже начинаются от 20 евро. На любую фигуру подберем. Есть и большие размеры, есть и маленькие. То есть, опять же, все подшивается, если будет длина не устраивать. Тоже все это делается бесплатно. Новых моделей очень много. Для женщин в теле тоже у нас очень много джинсов привезли. Поэтому, девочки, приходите, подберем все, сделаем, чтобы было все идеально. Толстовочки. Все с начесом, все зимние. Все 100% хлопок. Вот здесь начес. И все начинаются от 20 евро и выше. Но опять же, есть, который прошлогодний товар, те уже от 10 евро модели. Но опять же, из-за того, что там не все размеры. 100% хлопок. Моделей очень много. Расцветок тоже очень много. До 3 иксов. Брюки тоже. Здесь вискоза. Расцветок очень много. Такие уже брючки будут по 60 евро. Есть у нас офисный вариант рубашечки от 10 евро и выше. Вот такие модели, да, по 15 евро. Для женщин в теле тоже. Вот такие начинаются от 12 евро. От 15 долларов. 12 евро, 15 долларов. Тоже все укороченные, все слимфиты, все. Расцветок очень много, моделей очень много. Есть вот такие, кто любит подлиннее, разрезы, очень красиво смотрятся. Платьишки оверсайз, вот которые, да, под кроссовочки, с рюкзачком, на каждый день, можно сказать, разных расцветок. Есть со стразами, кто предпочитает, и есть и без страз, обычная классика, без ничего, без всяких надписей. Все, которые здесь есть, они будут у нас по 10 евро, неважно, там большой размер, маленький размер. Все 100% хлопок. Есть домашние, есть на повседневку, то есть без всяких, все будут 10 евро. Удлиненные, с длинным рукавом, все платья в пол, шифон. Такие платьишки у нас по 50 евро, все вот здесь, что находятся, все по 50 евро. И, конечно же, есть и такие удлиненные сарафанчики, то есть для девочек. Тоже вот такие платьишки по 30 евро. Все длинные, тоже расцветочек много, все разные. Платья, пиджаки, классика, которые можно носить и как пиджак, и как платье. Цена вот такого 95 евро, 114 долларов. То есть пиджачки у нас начинаются от 40 евро
и выше. Поэтому есть классика, есть не классика, есть под спорт, то есть, ну, всякие. Куртка, жилетка, два в одном, да, вот захотел, но модель оверсайз. Захотел, стегнул рукав, носишь как жилеточку, захотел, носишь как куртку. Наполнитель 100% холофайбер. В детском отделе представлены такая одежда, как футболки, летняя, зимняя. Конечно же, есть и классические костюмы на самых маленьких детишек до подростков. Здесь большой, просто огромный выбор зимних курток, пуховиков. Ну и, конечно же, есть вот такие вот красивые нарядные платья для девочек. Сейчас мы находимся в детском отделе. Здесь ассортимент тоже обновился. Теплые зимние костюмчики с начесом, 100% хлопочек для деточек. Вот штанишки, манжетики. Ростовочка у нас начинается от 86 и до 176. Такие костюмы начинаются у нас от 25 евро и выше. Ассортимента очень много. И что для девочек, что для мальчиков. Расцветки все есть. Размеры тоже все есть. Здесь есть товар, который вот тоже прошлогодний, как это говорится. Такие модели у нас будут по 20 евро. Поэтому, почему? Потому что здесь не все размеры. То есть, если вот эта модель, то она будет одного размера. Из-за этого будут уценяться. Спортивные костюмы тоже для мальчиков и девочек. Опять же, от размера 86 до 176. Но уже летний-весенний, да, как говорится, тоже есть маленькие, большие, 100% хлопок, уже без начеса, есть на молнии, есть без. Вот эти модели, которые по 10 евро. Это спортивные костюмы, но опять же, из-за того, что здесь осталось 1-2 размера. Тоже теплый, с начесом, 100% хлопок, но это из-за того, что он один, но вот это будет стоить 10 евро. Для деток есть и натуральный мех. Есть ненатуральный, есть натуральный наполнитель, есть ненатуральный. Поэтому на каждый кошелечек, как говорится, мы подберем товар. Для мальчиков и для девочек все есть. Есть и дождевички, без рукавочки. Все-все это есть. Джинсы, брючки для девочек, для мальчиков. Все по 10 евро. Неважно, будет это большой или маленький, все по 10 евро. Качество супер отменное. Тоже, если надо будет подрезать, подрежем. Если кому надо на вырез, пожалуйста, пусть это на вырез. Классические рубашки на выпускные. Наборы, да, рубашечка, жилеточка, бабочка. Все это стоит 20 евро. Но есть и отдельно, конечно. Свитерочки. Вот осенние, весенние, не теплые, не зимние, да. Вот такие у нас от 12 евро и выше. Опять же, и для девочек, и для мальчиков. Вот здесь тоже у нас толстовочки есть, как и для взрослых, и для женщин. Точно так же есть и детские толстовочки, которые с начесом теплые. Зимние, можно сказать, да. 100% хлопочек. Такие толстовочки все по 10 евро. Для мальчиков, для девочек ростовочка тоже вся будет от 86 до 176. Распродажи, да, здесь 3 футболочки за 10 евро. Любую, какую хочешь, размер, все можно подобрать. 3 штуки за 10 евро. И вот такие здесь с длинным рукавом тоже будет цена 3 штуки за 10 евро. У нас также присутствует домашний текстиль, постель, полотенца, одеяло, подушки, домашняя одежда, скатерти. Все то, что касается домашнего текстиля, у нас тоже это все присутствует. Также у нас есть плавательные шорты. Начинаются у нас от 6 евро и выше. Есть коротенькие, есть длинные, кто как любит, кто как предпочитает, на вкус и цвет. Также у нас есть кожаные ремни по 12 евро. Чемоданы у нас есть. Большие, маленькие, средние, все у нас сеть полностью присутствует. Все они силиконовые, то есть и цена вот такого чемодана 120 евро. Новый завоз у нас без рукавочек. Вот такие моделечки. Вот эти искусственная кожа. Вот такая моделечка расцветочек. 3-4 расцветки есть. Такие от 40 евро и выше. А вот такие уже модельчики же без рукавочек начинаются от 30 евро. Расцветочек, размеров тоже очень много. Дроки у нас большого размера тоже присутствуют. Такие модельчики от 70 евро. Но вот эта именно конкретная модель 100 евро.
Товар у нас 2 года гарантии. Добро пожаловать! Мы вас будем очень ждать в нашем магазине. Всегда будем рады вам помочь. Подберем товар на любое тело, на любой размер, на любой ваш вкус. Спасибо большое Полине за такой прекрасный обзор. Ну а вы обязательно, когда приезжаете в Аланию, приходите в этот магазин, выбирайте красивые и качественные вещи производства Турции. А на сегодня я с вами прощаюсь. Самое главное, не забывайте о том, что все контакты этого магазина и карта в описании к этому видео. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.